мероприятие для профессионалов. Профессионалов рынка офисной недвижимости. В забеге таком глобальном участвовало порядка 109 компаний. Да, в номинации именно на офис в России, да, в Москве. В шорт-лист 30 вошло офисов, два из них – это наш проект. Очень много сил вложено в этот аэропорт. Он не похож ни на одно другое пространство аэропорта в мире. Он сделан очень стильно, в нем заложена идея, связанная с самим городом Самары, идея космоса. Нам очень важен был этот проект, потому что он был важен для всего банка, и нам очень хотелось сделать так, чтобы сотрудникам было там реально здорово и как второй дом. Компактней. И сейчас в условиях, которые мы все знаем, оно проявило разумную рациональность и оптимизировалось, стало очень цельным, очень важным и визуально более интересным, я бы сказал. Мы останемся до конца. Я вообще считаю, что этот конкурс – это возможность не только маститам, но и молодым архитекторам себя проявить. Мне кажется, это очень важно.